8 утра, суббота. Жду Машу. Что, до ночи будем там? Не знаю. Вот там будут комары. На которой собака, а на спецовом? На заправке. Маша заправляет машину. Вот так их перевозят. Догоняй лодку-то, уехала наша. Вот это хорошая музыка для похода. Маша, осторожно. Гуси. Живая коза. Все приехали. Река Оскол. Накачиваются борды. Нашел какой-то заброшенный дом. Здесь кто-то живет? Есть здесь кто? Ух ты! Привет. Здесь что? Несчастный добродетель. Я распутник, но не преступник и не убийца. Маркиз де Сад. Жустина или несчастье добродетели? Маша, что ты делаешь? Столкновение, ты видишь, что куда-то в кусты, там, другого человека, садишься на колени. Угу. Вот, надо грести. А я грибу? Ну, я вижу, давай сначала опускаю, если. Вот, я его опускаю, даже не грибу. Ага, понял. Куда мы плывем? О, меня сносит ветром. Обрабатывайся. Подождите меня. Я отстал. Врезаюсь. Нет, не врезаюсь. Все, лебедь прямо по курсу. Иди сюда, иди ко мне. С барашками в обнимку. Так, первый привал. Это заброшенная ферма. На том берегу кто-то металлоискателем ищет клад. Точно клад ищут. Я ей искупался. Упал. Как выжить может их как? Придется лечь. Гвозди, вижу гвозди. Класс. По курсу 3 лебеди и 1 большая цапля. Маша, быстрее. Интегрированная реклама пюрешки Агуша. Реклама, за которую я ничего не получу. Но я хочу всем сказать, что Агуша – это лучший друг путешествий. Все, вот и конец маршрута. Мы приплыли на дамбу на реке Оскол. Дальше плыть некуда. Меня засасывает в дамбу. Памятная медаль за прохождение водного маршрута. Как главному герою, открывшему купательный сезон, какой медаль? Пожалуйста. Маша меня бросила. Сказала идти к мосту. Меня там подберут. Я где-то в поле. Это Белгород. Вот я и на трассе. Надеюсь, кто-то подберет меня до филармонии. Там мне репетировать надо.
Подбросьте до филармонии. Маша, забери меня в филармонию. Маша, подожди. Подбросишь до филармонии, да? Да, пожалуйста, брошу. Спасибо.